Мы сейчас проводим профилактическое мероприятие, направленное на профилактику преступления, а именно дистанционных мошенничеств. Служба безопасности банка, медицинские центры и даже якобы правоохранительные органы. Кажется, мошеннические схемы уже известны всем. Но несмотря на это, жертв злоумышленников меньше не становится. Впрочем, недооценивать преступников опасно. Они быстро подстраиваются под меняющиеся обстоятельства и изобретают новые способы обмана доверчивых граждан. Только за 2 месяца в управление МВД России по Одинцовскому округу поступило более 120 сообщений о случаях мошенничества. В основных случаях мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают граждан необходимости перевода денежных средств на счета злоумышленников или просят сообщить ваши данные банковской карты. Либо представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что ваша карта заблокирована и что якобы ведутся определенные мероприятия в рамках уголовного дела и просят сообщить ваш пин-код, номер вашей банковской карты, личные данные. Это все уловки мошенников. Предупрежден, значит, шансов не стать жертвой преступников больше. В Горках Десятых одинцовские полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники». Даниил, местный житель, говорит, в последнее время злоумышленники активизировались. Обычно звонит реклама всякая, но оказывается, это мошенники. Говорят, что у вас карта заблокирована, будет списание там средств таких-то. Просят последние 3 цифры. Конечно, я говорить об этом не буду. То есть, если сказать, они сразу зайдут и все. Застать жертву врасплох и не дать ей времени прийти в себя – то, к чему стремятся злоумышленники. Поэтому полицейские в первую очередь призывают не совершать необдуманных поступков. Ни в коем случае не предоставлять свои персональные данные никому. Если у вас возникли сомнения, то просто положите трубку, прекратите разговор и свяжитесь напрямую с сотрудниками банка. Обо всех фактах мошеннических действий полицейские советуют незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».